прекрасное ароматное вкусное печенье, которое тает во рту. Печем, друзья, вкусное нежное печенье. А для печенья нам понадобится 2 стакана муки, целый стакан растительного масла, сахарная пудра половина стакана, ванильный сахар 10 грамм и 4 ложки столовые крахмала. Друзья, я в это печенье добавляю кокос, стружку кокоса, растительное масло. В него добавляем крахмал, ванильный сахар, 10 грамм сахарная пудра и стакан муки. Эту смесь размешиваем вилочкой. Добавляем, друзья, еще один стакан муки, кокосовую стружку, 80 грамм. Тесто, друзья, перемешали, раскатаем в колбаску и режем на ровные кусочки. Каждый пластик, друзья, мы формируем из него вот такой кружочек. Мы вот так раскатали наши снежки, заготовки. Я выложила их на пленку и прикрыла пленкой. И стаканом формируем, прижимаем наши заготовочки. Сейчас мы их будем выпекать при температуре 180 градусов 15 минут. Я выложила на противень и сверху тоже присыпала кокосовой стружкой. Отправляем наше печенье в духовку запекаться на 15 минут. Сегодня, посмотрите, вот такая у нас солнечная погода, друзья. Ну, а наше внимание на печенье. Вкусное, ароматное печенье, которое тает во рту. Попробуйте, пеките именно по этому рецепту. Ароматное, вкусное, нежное печенье получилось к чаю у нас, которое тает, друзья, во рту. Готовьте, радуйте своих родных и близких. И до встречи на канале «Новые горизонты».